Председатель Кабинета министров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в церемонии открытия водозабора в городе Чулпон-Ата. Акылбек Джапаров от имени президента и Кабмина поздравил жителей туристического города с вводом в эксплуатацию системы водоснабжения. Сюда было установлено современное автоматизированное оборудование и создана лаборатория для проверки качества воды. Теперь для очистки воды применяется жидкий реагент. Также были построены и реконструированы резервуары для хранения воды. Приобретено современное оборудование для очистки скважин с помощью видеокамер. Бул тазалоочу жайы мен тарыхын карап келдим мен. 1986 жылы ишке берилген экен, 40 жылга жакын. Очистная установка была введена в эксплуатацию еще в 1986 году. Капитальный ремонт не проводился около 40 лет. Обновленная система позволяет обеспечить население чистой водой. Чулпон-Ата – это основной туристический центр, поэтому инженерные и инфраструктурные системы должны работать без сбоев. Для активизации туризма в Чулпон-Ате будет создана инфраструктура с пешеходными дорожками и велодорожками протяженностью 15 километров вдоль побережья. Озера. Будет реконструирован сквер Чулпон-Кыс. Создана инфраструктура музея петроглифов под открытым небом, отвечающая современным требованиям. Также в планах строительства парков имени Алыкула Усмонова и Дженниш.